как свести любой вокал с минусовкой. Для этого тебе понадобится всего лишь 3 плагина, и тут даже качать ничего не надо, потому что они есть в любой DAW. И неважно, работаешь ты в FL, в Reaper или в Cubase. Начинаем мы с эквализации. Здесь подойдет любой дефолтный эквалайзер. Главное ослабить низ, прибрать немножко резонанса в районе 600 Гц. Дальше идет компрессия. Важно, чтобы ваш порог не был совсем низкий, чтобы не сжать все в щи. Поэтому в диапазоне от минус 20 до минус 30 будет хорошо. Ну и в финале мы это все, конечно же, пространственной обработкой. Здесь подойдут и дилеи, и корусы, фленджелы, фленджеры, ребербераторы и так далее. Все это вместе звучит вот так. Но если хочешь больше узнать о сведении, то переходи по ссылке под этим видео и забирай свой бесплатный мини-курс по основам сведения.